Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, их описания по книге «Великие музеи мира» Бернардино Пинтуриккио «Портрет мальчика» около 1500 года, дерево масла 35х28. Бернардино ди Бетто Бьяджо, прозванный Пинтуриккио, представитель умбрийской школы эпохи Возрождения, известный как мастер монументальной декоративной росписи. Его привлекали к оформлению Сикстинской капеллы, в которой впоследствии развернулась грандиозная работа Микеланджело. Фрески Пинтуриккио многофигурны, полны любопытных деталей, их интересно рассматривать как сцены. Большое значение художник придавал пейзажу. Джорджо Вазари отмечал, что к удовольствию папы римского Иннокентия VIII Пинтуриккио в Бельведерском дворце расписал одну из лоджий сплошь одними видами, изобразив там Рим, Милан, Геную, Флоренцию и Неаполь во фламандской манере, что весьма понравилось, так как это уже давно больше не делалось. Прекрасен вид и на представленном портрете мальчика. До нас дошло не так много станковых работ Пинтуриккио. Портрет мальчика принадлежит к числу лучших произведений мастера. Четко очерченная полуфигура ребенка предстает на фоне далекого пейзажа. Внимание приковывает лицо героя. Оно задумчиво и по-детски серьезно. На зрителя устремлен пытливый взгляд, ясный глаз. Весь облик модели одухотворен, а пейзаж добавляет к этому настроению гармонизирующие эмоциональные обертоны. Вот такое описание к работе Бернардино Пинтуриккио «Портрет мальчика» около 1500 года, текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.